Представляю вам бойца в синем углу. Ему 32 года, рост 184 сантиметра. Вес составил 77,6 килограммов. Профессиональный рекорд – одна победа. Базовый стиль – рукопашный бой. Он из города Грозный. Чеченская республика Анзор Хамзатов. Его соперник в красном углу. Ему 19 лет. Рост 182 сантиметра. Вес составил 77,2 килограммов. Профессиональный рекорд. Одна победа, одно поражение. Базовый стиль ММА. Он из города Грозный. Чеченская республика. Байсангур Висенгириев. Рефери Герихан Шибилов. Итак, Байсангур Висенгириев, Анзор Хамзатов. Итак, что касается Байсангура. Победил он Хакима Алибекова на Juniors MMA. Да, это, скорее всего, было как раз таки в 2018, когда было парню 16 лет. Затем Усман Мухданов с ним он в рамках ICA Young Eagles 28 недавно встречался и тоже победил решением судей. Вот такая информация, которая у нас есть. Ну вот, соответственно, лига говорит, что еще одно поражение в карьере. Мы верующие, мы верим. А здесь мы еще обратим внимание на, конечно, огромную разницу в возрасте. 32 года у Анзора Хамзатова и 19 лет Байсангуру Висенгириеву. Это вообще-то очень много. Да, это очень много. И даже... Как ни странно, при этом, кстати, получается, вот чисто по бумаге, в профессионалах-то Байсангуру Висенгириев, более молодой спортсмен, он опытней. У него просто больше боев. Конечно, и то, и другое не очень много, да? Но, тем не менее, факт. Ну, вообще, даже если брать так, старший и младший даже как-то. Ну да, это неловко. Неловко, да. Ну, что касается Анзора, Анзор вообще занимался другой сферой деятельностью. Как, будем говорить, предприниматель. Да, и в 2014 году он познакомился с Хусейном Халиевым. После этого начал тренироваться под руководством Хасана Халиева. И вот так вот, ну, начинал для себя, и, видимо, зацепило. Стало интересно проверить свои возможности. И попробовал себя в профессионалах. Первый бой получилось выиграть. Сейчас второй. Понятно, если тренировался под руководством Хасана Халиева, все-таки больше акцент делался на ударную технику. Хасан, мы знаем, кикбоксер. И вот видим, что как раз в борьбе он где-то вот Висенгириеву уступает. И в маунт забрался Висенгириев, но его пока что вяжет Анзор. Не позволяет отодвинуться, так сказать, чтобы для получить себе оперативный простор создать и уже. Маунта тоже два, надо понимать, когда мы сидим внизу живота, а и вот когда здесь мы сидим очень на груди. Неприятно и тяжело получается. И отрывается все-таки молодой спортсмен. И посмотрите, сколько ударов один за другим начинает там буквально разбивать он Анзора Хамзатова. Пока что выживает Анзор. Кстати, должен очень... будет остановить. Да, очень близок к остановке боя. Герихан Шибилов, да, и. При том, что, в общем-то, в основном это все было в защиту, это не имеет значения, потому что с судейской точки зрения ты должен остановить, так как нету активной защиты. Да, вот в основном эти удары не приходились по самому спортсмену, но он обязан был остановить, просто потому что такие правила. Да, ну, я думаю, ожидаемо где-то, если брать это со спортивной точки зрения, для Байсангура Висенгириева эта победа была важнее и нужнее ему. Анзор просто, наверное, хотел попробовать. С другой стороны, да? Наше уважение. Вот мы с ним ровесники. Я не понимаю, зачем мне, например, нам нужно было. Победу. А он технический нашел себе такой стимул. Одержал Байсангур Висенгириев. Опять-таки, это большой интерес попробовать. Да, одно дело, ты смотришь постоянно со стороны, как это все происходит. А как это на самом деле внутри ощутится?